Всем привет из Харькова. Сейчас начало июля 2021 года. Моей коллекции на данный момент насчитывается 12 видов кактуса опунции. Это садовая опунция для открытого грунта, которая прекрасно зимует в нашем климате и даже в средней полосе России без укрытия. Родом это опунция, да все вот эти вот дикие виды опунции зимующие, они происходят из высокогорья Перу, Южная Америка. Там высоко в горах бывает климат такой, как и у нас, погода такая же, зимой снег, мороз, а летом жара. И поэтому эти кактусы приспособились и к нашему климату. Вот сейчас мы видим самую позднюю из моих опунций. Все уже давно отцвели, и желтые, розовые, красные отцвели опунции, а это только начинает цвести. Вот она какая красавица. Не просто желтые цветочки, как у других. Здесь на лепесточках у основания есть еще такие вот мазки. Оранжево-коричневые, такие красновато-коричнево-оранжевые. И это придает особую красоту и яркость этим цветочкам. Но, к сожалению, плоды у этого вида опунции несъедобные. Они даже некрасивые, они не окрашиваются. Они постоянно имеют окраску такого зеленого цвета. И на вид они как будто незрелые. Но на самом деле они вызревают. Это видно потому, что вокруг куста весной очень много образуется самосева. Вот вы видите сейчас маленькие вот эти детки, кактусята. Эти детки как раз получились из семян этого кактуса. И это подтверждает то, что хотя плоды на вид и не вызревшие, но семена вполне вызревают. Они опадают на землю вместе с этими плодиками. И всю зиму они вот так вот лежат, и весной прорастают, и дают жизнь новым растениям. Вот они маленькие такие вот кактусята. Их можно сохранить и вырастить из них. Ну, у меня нет необходимости, так как большой куст вполне справляется со своей задачей. И саженцев хватает с этого большого куста для всех желающих. Саженцы всех видов опунции можно купить в нашем интернет-магазине. Рассылка новой почтой по Украине. К сожалению, в другие страны отправить почтой растения нельзя. Это запрет карантинной службы. Нужно специальное разрешение для маленьких хозяйств. Это совершенно невыгодно. И поэтому только внутри своей страны можно отправить посылочку с растениями. Всем большое спасибо за просмотр видео и за подписку на мой канал. До следующей встречи в новом видео.